Ребята, всем привет! Меня очень часто спрашивают о том, могут ли быть механические колебания в 29-м номере ЕГЭ во второй части. Я могу с большой уверенностью сказать, что да, могут. Давайте разберемся как раз с ними на примере конкретной задачи. Условия у вас на экране. Что происходит в этой конструкции? Есть небольшой брусок. Он ударяется абсолютно неупруго с телом массой в 2М, то есть побольше наше тело. Соответственно, происходит абсолютно неупругое взаимодействие. Они слипаются. Далее они продолжают движение в том же направлении и налетают на недеформированную пружину. Здесь можно уже предположить, что происходит с пружиной. Пружина, соответственно, деформируется, сжимается, а потом, соответственно, возвращается в свое изначальное состояние. И наши два тела, которые слиплись воедино, отправляются в обратную сторону. То есть происходит движение в обратную сторону. И у нас требует найти время, Время, за которое, соответственно, они пройдут расстояние от начального момента э, столкновения до момента, где это столкновение произошло, когда они вернутся в обратную сторону. Итак, давайте разбираться, что же здесь происходит. Смотрите, первое. Когда у нас происходит абсолютно неупругое взаимодействие, у нас точно здесь можно записать закон сохранения импульса. То есть у нас был импульс у нашего бруска МВ, и теперь, когда они слиплись вместе, то у них импульс М плюс М умножить на У. Получается, что если я знаю скорость V, я могу найти сразу же скорость U. Что происходит дальше? Дальше, когда они слиплись, они двигаются равномерно и проходят расстояние L. Очень легко можно найти время, за которое они пройдут это расстояние. Ну, соответственно, это L, деленное на U, потому что они двигаются со скоростью U. И вот дальше возникает вопрос. Когда мы налетаем на пружину, а сколько времени мы контактируем с этой пружиной? И вот здесь на самом деле нужно понять, то, что когда они начинают контактировать с пружиной вот это тело, то это пружинный маятник. Мы знаем с вами период пружинного маятника, он вычисляется по формуле 2π, ну и в данном случае у нас масса m плюс m, поэтому давайте запишем m плюс m деленное на k. И вот давайте поймем, как выглядит у нас колебание и какую часть колебания занимает именно вот этот контакт нашего тела с пружиной. Полное колебание пружинного маятника. Это, допустим, мы находимся изначально в э, недеформированном состоянии. Пружина сжимается, далее, соответственно, разжимается в недеформированное состояние. Потом идет растяжение пружины до другого максимума, и потом мы возвращаемся в начальное состояние. То есть, в принципе, это выглядит следующим образом: что у нас происходит, допустим, контакт, мы сжимаемся, возвращаемся в недеформированное состояние пружина дальше растягивается и опять не деформировано состояние. Это если пружина была бы связана с нашим телом, так? Ну, то есть закреплена. Но в данном случае у нас тело налетает, соответственно, у нас просто пружина сжимается и возвращается в изначальное состояние. И далее Соответственно, когда у нас скорость у нашего бруска будет направлена в ту сторону, влево, да, то, соответственно, у нас контакт с пружиной потеряется, и получается, что у нас происходит только лишь половина колебания. Значит, время Т2, время контакта нашего тела с пружиной равно половине периода колебания, Т пополам. Ну, и дальше вопрос, а с какой скоростью наши два слипшихся тела начнут движение в обратную сторону? А начнут шатается с такой же скоростью u, потому что у нас э, происходит гармоническое колебание, ну точнее часть гармонического колебания, и там выполняется закон сохранения энергии. Соответственно, если у нас была скорость u в, скажем так, положении равновесия до контакта с пружиной, то она такой же и сохранится после контакта с пружиной, потому что э, никакой другой энергии после, соответственно, нашего половины колебания не появилась. Так, да, у нас пружина сжимается, там. Кинетическая энергия приходит в потенциальную, но потом после потенциальной энергии пружины перешла в кинетическую энергию наших двух тел. И, соответственно, они отправляются с такой же скоростью U в обратную сторону. Им нужно пройти расстояние L, значит, они тратят на это время L деленное на U. Ну и понятно, что полное время от момента столкновения до момента возвращения в начальное состояние, где у них произошло это столкновение, равно чему? наше время t равно, соответственно, 2 времени t1, то есть это 2l деленное на u, давайте u сразу же отсюда выразим и подставим вот в эту формулу. У нас получится здесь mv и здесь у нас m плюс m, так? Это мы выразили скорость u из этой формулы и подставили ее, соответственно, сюда. И плюс половина нашего колебания, так? Плюс π корень из m плюс m деленное на k. Соответственно, здесь у нас все известно, мы знаем массы, мы знаем скорость, знаем коэффициент жесткости и знаем расстояние. Подставляем все величины и находим наше время. Все, тем самым у нас получается то, что время... От момента столкновения до момента возвращения в эту же точку равно 0,61 секунды. Тем самым очень интересная задача, тем, что у нас ну, классическое неупругое взаимодействие, закон сохранения импульса. Дальше очень простая, несомненно, формула для равномерного движения. Но самое интересное это проанализировать то, что время, контакта нашего тела с пружиной можно легко найти, зная, соответственно, гармонические колебания и зная, как выглядят эти колебания. И самое сложное понять, то, что у нас происходит лишь половина колебания. Господа, ботайте! Желаю вам удачи в подготовке. Всего доброго. Счастливо.